Всем привет, меня зовут Яшогин Иван, я из деревни Вички Ленинковского района. Приехал в Владимире 2 года назад, поступил в ЛГУ, в физвоз, и судьба меня свела с Андреем Рябовым. Он меня позвал на просмотр, ну и все получилось. У нас клуб выстроен таким образом, что у нас для любого найдется место. То есть, может быть, в дубль или в основу сразу же. Ну, то есть, все равно, если мы видим, что ты немножечко не дотягиваешь, но ты очень близок, мы готовы как бы работать с тобой в основе тоже. То есть, вот пример Вани Ишугина доказывает, что не обязательно быть футболистом с самого детства, не обязательно проходить в футбольную школу, там, спортивные интернаты и так далее, чтобы оказаться в нашей команде. То есть, мы реально смотрим всех. Я хочу в этом сезоне попасть в основу, ну и вырасти с Моной, как опыт набраться.